Ну как бы твой организм, тебе надо как-то его сбалансировать, выровнять. А это специальное, вот ты чувствуешь, что здесь не очень. Как пойдет? Пойдет? Съемка. Кораблик вон плывет. Видишь? Ну я отсюда не вижу, конечно. Ага. Вон. Да, вижу. Хорошо вдали? Ну так себе, у меня близорукость. Мальчиками. Сейчас видишь воздух. Ага. Прозрачный. Прозрачный. И подсвечивается. Да, и подсвечивается. Это вы не видите. Бывает туман. Ну да. Мы Поленово в 10-м году. Не знаю. Проверим стабилизатор. Давай. Как он работает на ходу. И мое бормотание тоже записалось для истории.
чувствительность, у нас стоит авто. Да. Чувствительность авто. Красивое дерево. Yeah.